Республика Молдова является очень многообразным государством. И чтобы найти эти правильные, как сказать, структуры, эта работа была сделана в 1994 году, чтобы был бы баланс между этим единственным и местной автономией, это очень важно. Работа, которая через этого круглого стола будет делана, которую мы финансово поддерживаем, которую Советы Европы, наши очень близкие партнеры, проводят эту работу вместе с местными органами. Эта работа крайне важна, что этот процесс был бы успешным, что этот профессионализм, что эти кадры нашлись внутри Гагаузии.